IT-специалисты из 55 городов России и 4 стран зарубежья стали участниками 11-го фестиваля «Улкэмп» в Ульяновской области. В этом году фестиваль собрал рекордное количество человек – более 3000. Губернатор Алексей Русских поприветствовал участников и гостей мероприятия. Я горжусь, что этот фестиваль организован именно нашими ульяновскими ребятами, именно здесь, на ульяновской земле. Уверен, что время, которое вы здесь проведете, оно будет вами использовано с максимальной для себя эффективностью. Желаю вам новых контактов, новых знакомств. Глава региона с большим интересом ознакомился с фестивальными площадками, 8 из которых были образовательными. На «Улкэмп» более 60 спикеров из компаний регионального и федерального уровней посвятили свои выступления языкам программирования, дизайну, развитию IT-компаний, трендам IT-индустрии, искусственному интеллекту и другим направлениям. Также работали баркемпы – площадки, где каждый участник мог выступить в роли спикера. Польза для региона на самом деле очень большая, и прежде всего от представительства. Чем больше компаний, некоторые компании сидят в своих городах, и мы про них ничего не знаем. А здесь 56 городов, 4 зарубежных страны. И чем больше наше представительство, тем больше пользы для нас. Ну и плюс это дополнительный туристический потенциал развития туризма. Кроме развития IT, приехали к нам, на следующий год привезли других. Мы планируем и с командой организаторов, думаем, что на следующий год будет порядка 5000 человек. Образовательная программа фестиваля была сопряжена с культурно-спортивными мероприятиями, такими как соревнования по футболу, волейболу, стрельбы из лука и ружья, а также выступлениями музыкальных групп. Много сил потратили на это, но я не ожидал, что будет так масштабно, все так качественно, красиво, так многолюдно, такие активности прикольные. Образовательная программа просто бомба, программный комитет постарался, и мы просто шагнули, наверное, не на один уровень выше, а сразу на несколько. Цель фестиваля, по словам организаторов, формирование образовательной среды в сфере информационных технологий, привлечение в региональную отрасль новых специалистов, развитие регионального туризма и, конечно, межрегионального профессионального сотрудничества между IT-компаниями. Ирина Антонова, Улправда ТВ.